встретились в цехах завода. Не слышно было наших слов среди грохочущих станков. Хватило взгляда Аронова. Быть может, мой совместный путь могли уйти с судьбою, споря, что составляло цель и суть всей нашей жизни. Но на горе мы с удивлением открыли, друзьями не дано нам стать. Стремительные наши взгляды в работе будут нам мешать. Так мощь наших голос гнал, но сблизиться нам шеф не дал. И вот летят под небом синим к далеким белым облакам сердца, горящие в капкан оазиса среди пустыни.